Здравствуйте! Сегодня середина июля. В лесах мы собираем следующий набор грибов. Это лисичка, это грусть перечный, это подмолочник и абабки. Значит, в данном случае мы с вами поведем речь о сыроежке. Какую сыроежку лучше всего собирать? Значит, ну вот перед нами несколько видов сыроежек. Это зеленая сыроежка, которая считается самой вкусной. И вот эта сыроежка серая. Значит, оба гриба довольно вкусные, но вот зеленая, она сладкая на вкус. Если провести по ней языком, она сладенькая. Значит, какую сыроежку лучше собирать? Когда вы срезали ножку, ножка должна быть твердой, упругой. В ней не должно быть ходов червячков. Почему? Потому что иначе вы просто не довезете сыроежку до дома. Сыроежка применяется в кулинарии. С нее жарят, ее маринуют, ее солят, ее запекают в духовке. Вообще очень вкусный гриб, а в Европе из нее делают салаты. Значит, вот обратите внимание, она даже разная по структуре, в зависимости от вида. Но все равно... Видите, что ничего у нас червивого нет. Нижняя часть сыроежки у нас обязательно беленькая. Видите? Значит, червивое не берем. Почему не берем? Потому что домой такой гриб не доезжает. Вот, а так очень вкусный гриб. Значит, вот я предпочитаю брать только молодые экземпляры. Только молодые экземпляры. Они очень вкусные. Вот на соленое, как я люблю, это вот самое то, что нужно.